Доброе утро, друзья! Отличный день! Я выспался. Сегодня у меня в гостях, точнее не так, сегодня у меня в гостях, тоже неправильно сказал. Ладно, сегодня у нас в гостях. Сегодня мы будем анализировать глобальное потепление Бытии. Анализировать? Нет. Доброе утро, Украина! Приветик, хотел бы я сказать. Бавария выиграла Лигу чемпионов. Я не явился на последний звонок. В прямом эфире вечерний в гостях у педагога. И сегодня у меня в гостях санитар Леса, эксперт во всех областях, человек-невидимка, хотел бы сказать, но нет. Родион Ситников. Родион, здравствуйте. Добрый день, Артём. Спасибо. Вечерний добрый день. Вечерний добрый день на канале «Кровь и Моро». Для начала, чтобы мы немного привыкли друг к другу, так как надо все-таки, опишите меня тремя словами. Хватит это терпеть. Спасибо. Пару слов о Киевском зоопарке. Трудно сказать на самом деле, потому что миф или реальность Киевский зоопарк – это главный вопрос, над которым думают дети в возрасте от 70 лет. Совершенно верно. Да, но это миф. Или реальность. Или реальность. Новый альбом Timberlake, пару слов о нем. На самом деле, да, если так копнуть, то первые еще детские альбомы Timberlake, ты подскажешь мне, как они назывались. Их всего три было. Совершенно. Белый, красный. И выпускной альбом Timberlake, да. Это еще куда ни шло, теперешнее, я не трудно что-то об этом сказать однозначно. Но они неплохие, да? Неплохие. Они хорошие. На нем написано хороший альбом, в первую очередь, это должно. Бодрячком, пацанчики! Бодрячком! Максим, 5 лет, из города Симферополь. Как мне быстро поменять задние колодки на девятки? Такой вопрос. Странно. Мне почему-то кажется, что этот вопрос – это грязная инсинуация, потому что как может Максим в 5 лет знать, что такое колодки? Ведь это наказание на Древней Руси было такое, в колодке, когда заднее поменять быстро. Может, это Емельян Пугачев пишет? Когда Максима садят в колоду и везут на общее ликование на Руси, Максим как бы по шею в говне, так назовем. Колода двигается. Околожен, это раньше называлось. Околоженный дерьмище. Макс колесит по Руси. Люди смотрят, люди ликуют. Да, Максим, я думаю, ты полностью получил ответ на свой вопрос, как тебе поменять колодки. Не стоит менять. Оставайся в колоде и управляй ею всеми средствами. Каково это писать книгу, когда нет вдохновения и горячей воды? На самом деле гораздо труднее писать книгу, когда нет туалетной бумаги. Писать не на чем. Элементарно, потому что... Первые три книги... На горячей воде я пытался писать раньше. Практически бесполезно. То ли дело на холодной. Да. Бодрячком, пацанчики! Бодрячком! Сериал «Санта-Барбара» спасли за 13 тысяч рублей. Это не вся новость. Пересчитал. Это сколько в гривнах? Это 3. Это 3000 гривен. Может быть. Фактически зарплата среднестатистического депутата. Бобра. Да, горящего. Горящего бобра. Да. Жонглирует которыми. Хвостом. Да. У поклонников Санта-Барбары появилась реальная возможность узнать, как все начиналось и чем кончилось. Телеканал РТР транслировал американский сериал, состоящий из 2000 серий, долгих 10 лет, но так и не показал его полностью. В природе то первые 215 и заключительные 97 серий существуют, но остаются нами невыкупленными. Невыкупленными? Все 11 лет, что Санта-Барбары не было в России, фанаты сериала не бездействовали. Не бездействовали. Они объединились на сайте сериала и составили целый план возрождения. Сначала... Ты понимаешь, что первый план возрождения кто? Микеланджело и Рафаэль, ну, Сплинтер. Микеланджело? Ну, первый план. Да.
неосуществимое. А у этих второе возрождение. Ренессанс Санта-Барбары. Сначала? Дрыльской. Оба! Бодрячком! Держимся бодрячком, пацанчики! Да, на самом деле интересовал крайне этот вопрос с самого начала. Почему вот там вот горит это все? Вот эта проводка, это должно быть так? Дело в том, что с приходом iOS 7 начинается замыкание. Но так прописано в структуре. В структуре исходного кода iOS прописано, возможно, искротечность. И поэтому, если открыть обновленную погоду... Искрометный Тим Кук. Если открыть обновленную погоду, начинает искрить, пылать и выделять. Я привык. Вы не отвлекайтесь на это пламя. Понятно. Это следствие чреслосладия. Я думаю, есть смысл перейти к рубрике «Блиц». Да, быстрые вопросики. И уже внезапность утеря. Уже. Нет, ну если бы я уже готов к вопросу, перейдем ли. Оба! Бодрячком! Держимся бодрячком, пацанчики! Рубрика «Блиц». Попробуем лобызнуть с легкой руки. Светлана Лобоза. Светлана Лобоза. И рубрика «Блиц». Ну что, поехали? Ну попробуем. Закончите фразу. Не все то золото, что... В штанах. О чем думал Тургенев, когда писал Муму? О коммерческой выгоде. Почему именно вам предлагают вести новости на телеканале Интер? Мне. Что нельзя делать охраннику супермаркета? Охранять, в первую очередь. Ему запрещено охранять. Продолжите фразу. Поздравляю, вы выиграли автомобиль, правда, есть один нюанс. Этот автомобиль я. Почему Витя не один на фото в паспорте? Потому что он двоеженец. Что сказать ребенку, если ты опоздал за ним в садик на 8 часов? Я не твой папа. Дорогой, у нас скоро будут... Вши! О чем мечтает сын сантехника? О маме. Как наказывать детей в семье мазохистов? Молчание. Почему нельзя рисовать в учебниках? Врасплох. Все рисовано до нас. Самая популярная книга в Украине? Грыжные бандажи и особенности применения в полевых условиях. Чем, на твой взгляд, должен заканчиваться «Колобок»? «Колобок»? Сказка «Колобок». Концом. Как нестандартно использовать плов? Плов? Можно сделать из него маракасы. Как переводится слово «педагог»? Что написано над входом? Что написано над входом в оперный театр? Добрый день. Как тебя называют друзья? Радик. С какими словами приходит зубная фея к детям? Давай сюда. Как звучит кричалка у футбольного клуба «Арсенал»? Чем закончится драка братьев Борисенко? Борисенкой. Чем расстроить фаната Натальи Могилевской? Борисенкой. Какая деталь украинского автомобиля никогда не сломается? Руль. Дай совет начинающим гитаристам. Будьте. Чего нет в твоей аптечке в авто? Авто. Чего нет в твоей аптечке в автомобиле? Автомобиле. Чем занимаются пилоты, когда включен автопилот? Спят они. Твой совет клаустрофобам? Бдите. Бдите! Под углом. Бдите друг на друга. Да. Это все. Да, трудно было, я согласен. Пару раз пришлось даже пошутить. Не знаю ответа. Кто мои родители? Кто эти? Замечательные люди. Кто эти три человека? Да. Продолжите мою фразу. Гидрографическое отделение поделяется на 72% микрорегенных организмов. И... Поделяется на 72? В гостях у логопеда. Поделяется на 52? Добрый день на любого слухованцы. Широкоповзнем скуту душегубек на святку. Немного польских... Трелей. Йодлей. Какое место в вашем сердце занимает
мультисериал «Симпсоны». Максимальное. Гомер плюсует. Конечно. Нам знаешь, Барт процветает. Убей ему кілоку в серце, Гомер, убей ему! Что насчет Барни? А тоді сразу в вену! Хочу сказать спасибо, попрощайтесь как-то с телезрителями. До свидания, дорогие товарищи. И на поиск. Все тот же ж подзернулий, дай не схопил башкатыкова яйка, зничковав в спальню дюрку грізліка. А башкатыки, знай пугу с ней замастыркала, тормозилка в ухлебалку, понатыкивали башкирки там, где дзерн. Frog when it courtin, he did ride Crambo. Frog when it courtin, he did ride a sword and a revolver by his side, Crambo.